Ребятки, всем привет, день добрый. Мы сегодня не на дачу едем, я вам говорила ранее, едем на день рождения, на дачу к моей сестре, вот, на день рождения племянницы Полинки. Вот, собрались, сегодня теплый такой жаркий денечек, светит солнышко, дорога здесь, конечно, ну, в общем, как и везде, поэтому едем тихо, потихонечку. Помаленечку. Мы немножко опаздываем, потому что пока там в магазин заходили, пока. Да пока вечно гости пока соберутся. Нас можно не ждать, мы все равно не пьем. Поэтому они там без нас выпьют. Знаю, что мы не пьющие. Поэтому чуть-чуть мы с опозданием едем. Ну и так, не спешим. Нам в машине надо кое-что подделать, отдать на небольшой ремонт. Ну, такие запчасти, которые периодически нужно менять, там кое-что нужно, я не соображаю, просто кое-что, знаешь, уж и треба заменить. Вот, то мы так потихонечку не спешим. Отдохнем, сегодня Юля не на огороде, будет отдыхать, сидеть и болтыхать так ножками. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ребятки, мы уже дома, короче, так получилось, что ничего не снимала, я закинула сумочку свою с камерой и все. Сейчас уже вечер, мы уже дома. Короче, отдыхала я от съемок. Вот. А уставшая, ребята, как будто я поле перепахала. Почему так? Я на даче работаю, не так устаю, чем когда просто сидишь за столом и ешь, ешь, ешь. А что ты будешь делать, когда ты целый день сидишь и перед тобой еда? Ты отдохнула чуть-чуть, ты опять ешь. И видно, организм, блин, короче, устает от этого. И, в общем, я такая уставшая. Ну, просто капец. Я еще говорю, блин, так, будьте дома, я быстренько в магазин, ребята. Потому что дома закончился майонез, и там еще кое-что, яйца, то я сбегала в магаз. Так, что я здесь сегодня набрала? Я только с ЭТБ вернулась. Я давайте вытащу яйца, чтобы их не разбить. Десяток взяла яиц. Так, дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Шоста уже в туалете. Так, а где ж чеки мои? Ой. Куда я не могу найти? А, есть, что-то есть сейчас. Один. Где второй чек? Это из мясного. А что, мне чек не дали? Здрасте. Вот он лежит. Если что, я вообще ни капли, ничего сегодня вообще не выпила. Так, яйца ищем. Да, яйца подешевели, ребята. Яйца по 21,50. Так и есть цена. И, как ни странно, цена пока еще не поднимается на яйца. Так, смотрите, я взяла вот такую-то упаковку моющего. Я ждала, и наконец-то на него сейчас есть акция. И акция хорошая. Я покупаю вообще вот такой беру. У меня такой, как называть, такой бутылка есть здесь в квартире. Очень удобно, ребята. О, все, open. Открыли. Ну, короче, она поднимается, я не буду открывать, бо на дачу ж везти мне его. Это я взяла на дачу. Дома у меня такой же стоит. Очень удобно. Раз, нажал, и все. Когда заканчивается, больше я эту бутылку не покупаю, а беру вот такие вот. Вот эти вот еще дешевле. Мне очень нравится. Это средство моющее для посуды. Так, гель для мытья посуды. Вот здесь вот литр 100. Да, литр 100. И цена 42,90. За вот эту бутылочку, вообще ее полная цена там 91 гривна. Но сегодня акция. 56,90. Я дождалась и купила. Теперь у меня на даче будет точно такой же, как в квартире. И дальше, когда закончится, я просто наполняю вот этим вот. И все, мне очень нравится. На даче мне такого не хватает. Тут дома я привыкла, мне классно. Все, дождалась, купила, взяла. Так, дальше Лене вот такое вот мороженое взяла. Гран-при большое с какао. Из какой-то там шоколадной... Ой, так написано, пидварка шоколадная. Что звучит как-то невкусно. Пидварка, не знаю. Так, сейчас посмотрим, почем. А что, оно не мороженое называется, чешу.
Да, Морозово. 53,80. Ну, то есть они не дешевые, но оно огромное, оно большое. Так, потом газировка. Конечно же, газ, водичка. Молоко по акции, по скидочке. 39,30, но я взяла два, ребята. Одно на дачу, одно сюда, на квартиру. Потом два какао, одно на дачу, одно сюда. Вот так вот, ребята, затраты, когда живешь на два дома. И там что-то должно быть, то, что к чему ты привык, что ты кушаешь каждый день, да, употребляешь, там пьешь или кушаешь. Вот, и здесь надо, поэтому покупаешь по два экземпляра. Так, какао. Что-то я не вижу. Какао-порошок. 37,30 за упаковку. Блин, я так спать хочу. Так, вот то, зачем я ходила. Это майонез. Один на дачу, один в квартиру. По 28,80. Здесь 380 граммов. Ленни йогурты. Акция, скидка на них продолжается по 15,90. Здесь три разных, ну их всего три, я по одному и беру. Ну, я имею в виду разных вкуса. Манго, клубника, банан и персик маракуйя. Лена сказала, что из тех в последнее время, что она пробовала йогуртов, самые вкусные. Вообще, йогурты, заметьте, я сколько лет ей не покупала. Когда-то в детстве она их переела. Я ей покупала их систематически. Ну и просто ребенок переел. И много лет она их... Нет, только не йогурт. А сейчас прям вернулась к йогурту. Мам, йогурт, да, вот так. Так, два банана, потому что ящички были пустые. Я там аж под ящичком нашла. Видно, кто-то потерял, кто-то уронил. Юля забрала. Килограмм 68 гривен на 19,28. Купила кефир. Лена у меня который день уже просит. Мам, давай панкейки. Буду готовить панкейки. Не знаю, сегодня или нет. Кефир 18,90 по скидке, 2,5%. Дома закончилось масло. Я взяла вот такое селянское, белоцерковское. 72,6% жирности. 72,50. И последнее это сыр. Вот такой король сыров. Пирятин. Сыр твердый со зисмаком да ароматом пряженого молока. О, Альма с улицы пришла. Сыр 58,80. И все. Общая сумма у меня здесь 684. Ребята, я бегу назад в магазин. Я в шкафчике забыла колбасу. Ключик в кармане, вон в кофте. Ну, сейчас я вернусь. Ё-моё, я так устала. Мне так не хочется идти, ребята. В шкафчике, в магазине я колбаску купила. И там ее закрыла. Она бедная лежит там и плачет. Хорошо, что магазин рядышком. Я сейчас вернусь. Все, ребятки, колбаска дома. Я взяла вот такую вот. Хотела целую купить, но не было. Это уже были остатки. Сегодняшние, сегодня привозили. Ее разобрали. Вот такая вот колбаса. Да, что я не могу раскрыть. Так, ну все. Мы ее постоянно берем. Очень довольно-таки вкусная. Хотя я предпочитаю в этом магазине колбасы не покупать. Но это такая, ну, прикольно. Видите, выглядит так. А называется она... Ой, называется она колбаса вареная балыковая. Вот, значит, килограмм... Это прям... Нет, тут не написано. Где? Где чек? Вот. За килограмм 180 гривен на 60 вышло, тут всего лишь 330 граммов. И взяла вот такую вот, как она называется зараз, домашняя. Килограмм 148 гривен на 58. Но це копчена. Копчена. У нас там. Вот такая. Ну, короче, разрезать не буду. Потом на бутербродах увидите. Вот такая колбаска. Так, муж сейчас будет ужинать. Вот. А я попью просто чаек. Ну, потому что как бы ну, в гостях наелась. Вот. А чаек попью с тортиком. Нам передали. Мы не добыли до конца. Уехали пораньше. И нам передали тортик. Значит, один вот такой вот шоколадный. А второй... Вот такой вот, ну, типа медовик, вот, а второй шоколадный, вон он там, начинка какая-то, вот я чаёчек попью, всё, ребятки, я сажусь чаёчек пить, у меня такой десерт поздний
сладкий стол. Ну, а муж ужинает, потому что он там на днюхе поел еще в обед, часа два дня. И все, больше не захотел. Поэтому супчик рыбный кушает. Тут тарелочка такая есть. А я чаёчек. Лена сказала попозже, потому что она сейчас мороженком догоняется. Вот, ну пахнет вкусно тортик. Не домашний, это магазины, но там какая-то начинка вот в этом. Что-то вытекает, какой-то джем там вкусненький. Сейчас буду пробовать.